Итак, ребятки, просто чуть-чуть проедусь, золотую осень. Просто проедусь. Ну, хоть я и завтра, в принципе, еду. Я же завтра работаю с 9. То мне надо обязательно выезжать в 8 максимум. То есть, если я Нейсона повезу, я не знаю, повезу Нейсона или что. Ну да, повезу. Если я его повезу, или он пойдет сам, я поеду. Ну, в общем, еду в золотую осень, потому что светит солнышко более-менее. И это тоже не гарантия, что оно завтра будет светить. Я не проверяла. Ну, трачу бензин, но здесь как-то, знаете, насчет бензина здесь как-то попроще. Если я чуть-чуть недалеко поехала, это ж не очень далеко. Здесь как-то вообще спокойно к этому относится. Бензин туда чуть-чуть, сюда чуть-чуть. Это ж не то, что очень далеко ехать. Поэтому это нормальненько здесь воспринимается так. Не то, что там потратила лишний бензин, ничего страшного. Если какие там 2-3 фунта получится, потратила на вот этот круг, показать эту осень с другой стороны. То, что я, когда я ехала, она вообще ничего не видно было, это солнце не в ту сторону. Так, вот так. Вот она, золотая осень, шикарная. Ну, мы уже видели там 3 раза точно. Вот я так проедусь, развернусь и вернусь. Так как Людмила Флорида Ялта вчера говорит, вот здесь начал вечно летит, спешит. Вы вот заметили, кто смотрел предыдущее видео, он вечно спешит, летит. А я не люблю. Я вот еду спокойненько, наслаждаюсь золотой осенью. Чем мне спешить лететь? Смотрите, какая дорожка приятная. Здесь я знаю, что здесь налево сейчас и потом вокруг и назад. Ставьте лайк, кому нравится. Специально для вас еще раз делаю этот круг золотой осени. Хотя не очень кадр тут. Сори, все сбылось. О, боже, одно небо. Что такое одно небо? Так, ладно. Поднять камеру, тут не очень легко ее поднять. Ладно, не буду дергать. То Флорида Ялта вчера размышляла, остаться ли мне здесь возле каравана или куда-то еще поехать, а мужчина этот наловит рыбки. Вот она постоянно размышляла. Ну, осталось, как бы ей в прямом эфире. Классно, когда она проводит эфиры, ездит и проводит эфиры. Вот такое хочу себе интернет, когда можно поехать, эфир. Но я в эфире отвечать, конечно, не буду, я бы остановилась. А, кстати, она там тоже остановилась. Хорошо. Назад будет не так видно. Ну, плохо видно, но просто осень. Осень, золотые листопады. Ничего другого мне не надо. О, блин. Осень, золотые листопады. Так, ну все, уэльский флаг и назад. Вот хотела заснять, но ничего не засняла. Сори. Не, ну как бы мало видно, просто мало видно. Сейчас уже будет снова не в ту сторону свет. Все, ладно. Ну, хочу заметить, сразу я похвалила Людмилу Флориду Ялту, захожу издалека. Но мне не понравилось, как она оскорбила Марьям. Ставьте лайк, кто согласен. Людмила, я бы вам советовала не оскорблять никого. Вы добрая, умная, красивая женщина. Мы все умницы, красавицы. Мы все красивые по-своему, индивидуальные, супер прекрасные, развитые. Интересные, со своими интересами, со своей жизнью. Но я считаю, это очень некрасиво, когда вот
просто кто-то просто кого-то оскорбляет. Можно не согласиться, нормальненько высказать свое мнение, какое-то другое свое мнение. Нормально иметь какое-то свое другое мнение. Но оскорблять, например, говорить, что Марьям про блогеров в инвалидной коляске, когда мы видели ее фото, она не в инвалидной коляске. Даже если кто-то в инвалидной коляске, причем здесь это ну, получается оскорбление людям, которые в инвалидном кресле вынуждены быть. Вот это мне не нравится. Также, что там она, типа, я пошутила, да, она в инвалидной коляске, там делает обзоры сутками. И ну, у нее хорошая работоспособность, но оскорблять нельзя. Ставьте лайк, кто согласен. И она памперсы-то в памперсах. Ну, обычно люди в памперсах уже не соображают чаще. Чаще они не соображают, что нужно идти в туалет. Марьям соображает, пусть я не совсем согласна, что она говорит, и заперечу ее ложь. Отрицаю, где она. То есть, где она. Не соглашаюсь с ней, где она неправду сказала, просто вот ответную реакцию записываю, разоблачаю ее ложь, например, что всем в России жить хорошо, и все в России прям такие успешные, богатые, прям всем прекрасно живется, когда это совсем не так, когда она только говорит за Москву, Питер и большие города, и миллионники. Большие города-миллионники. Совершенно не учитывая, что у 70-80% российского села и поселков нет газа, нет элементарных, нет унитазов, нет туалета на улице, нет элементарных условий. Вот. Элементарного нет. Поэтому здесь я заперечу, отрицаю. Но что касается здесь, что касается, так. Оскорблять нельзя никого, как бы там, не кто-то что. Если кто-то вот не то сказал, и это, например, Людмила, вы не согласны с этим. Вот вы не согласны, это ложь, прямая ложь, как точно я не согласна, что в селах и поселках. Всей России жить хорошо. И всем всего хватает на жизнь. Я не согласна, я сделала видео на этот счет и заперечила, отрицаю это. Что в России много, очень много бедности. В Британии свои 20% бедности, как везде по миру. Свои 20% бедности. Вот. Рассказывать, что в России там живет совсем хорошо, это ложь. Вот. Я получила за это 5 лайков, еще больше получу. Но вам нельзя оскорблять Марьям. Пожалуйста, не оскорбляйте никого. Давайте жить дружно. Даже если вы не согласны. Всех люблю, ребятки, целую. Всем счастливенько, до встречи.